happy to be here. Yeah. This is amazing. New location. It's beautiful. You didn't see. I can't wait. I cannot wait. Hi, how are you? Good, you? Good, I'm good. I'm happy. Yeah. I'm happy. I'm happy. Okay. На принца или на орла. Я беру вторую бутылку розового вина. This is what white landscape means. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканах. Девочка, пятница не хочет быть сегодня одна. What do you feel about the new location here? Or maybe like new dance studio? I think it's amazing. I really, really like the speakers. Play the music really, really well. The space is really, really nice. Being in an auditorium like this, like you can really like hear the music for what it is. There's no like echoing whatsoever. I think it's really cool. And like something about being in like a gym setting makes me feel like everyone's a bit more physical, a bit more like in tune with like dancing really hard. So I really enjoy it. I like it so much. Are you excited about the class right now? Oh my gosh, of course. This is like a new one and I'm like really, really nervous because I just made it up like a couple hours ago, so I hope everyone likes it and I hope I can teach it and I hope it's a good class. So yeah, I'm really excited. Okay. Totally. Prepare. Perfect. Thank you so much. Thank you. Любить Зака, Зака, кто готов поговорить? Кто готов поговорить? Господи, да, ты любишь разговаривать, я смотрю, да. Да, ну так давай, расскажи. Твой любимый класс, вот прошедшие 2-3 дня. Вот сейчас, который будет, да. Ну он крутой очень. У меня вообще все классы хорошие, но это вот мой стиль, наверное. А что ты думаешь вообще по поводу лагеря в целом? Я еще сюда обязательно приеду. Интенсивчик прям классненький, особенно летом. О, видите, вот люди-то приезжают опять. Все, да. Вообще летом. Ой, еще раз, давай, ребята, едьте сюда. Господи, что? Давай вот так. Ребята, едьте сюда, здесь круто. Да, все, спасибо, спасибо. Наслаждайтесь. When I know that all along I made the break. Hey, you got me searching. Я? Да. Нам очень класс понравился. Это все твои эмоции. Вон, ребят, спроси. Моя команда, вот, пожалуйста. Представь нас своей команде. Давай. Вот, пожалуйста. Катя, Лена, Вера, Надя, Аня, Юля, Андрей, Клава. Вот моя команда. Нам очень понравился класс. А какой самый любимый класс был у вашей команды? Ребят, какой класс вам понравился? Дюк, класс Дюк им понравился. Дюк, класс Дюк им понравился. А кого вы ждете из предстоящего? Бема. Да, Бема? Да. Что ты не отвечаешь? Бема ждем, да. А как вам бассейн? Ходили уже ваша команда? Да, вся команда ходила в бассейн, они там играли. Играли. Да. Приезжайте играть в лайк. В бассейне все вместе поиграли. Все плавали, там классно. Там бульки, дают, да? Дают полотенца. Полотенца, бесплатные полотенца. Но если вы остаетесь здесь, надо. Я надеюсь, что это все вырежут. Нет, я это специально ставлю. А ты сдала? Так, дальше, дальше. Так, начался класс, все хлопают. Тебе хлопают? Нет. Ты на сколько приехал? На денечек. Почему? На 3 класса Зака. Ты фанатка Зака? Я фанатка. Я тоже. У меня весь вся комната в Заке расклеена. Ладно. А ты на другие не хочешь? Вот, к примеру, Бе Мартин. У меня отпуск кончился. У меня сегодня последний день. О чем ты думала раньше? Я думала об Италии. Италии. Ты едешь туда просто итальянить или потанцевать? Нет, итальянила. В каких городах ты была? Я была... Ой, это было много городов. Это был Милан, Рим, Пизарро. Пизарская
Ну, тоже было, вот. Ну, тут хоть к Заку. Понятно. Да, спасибо, спасибо. Идем дальше, интриги, расследования, сплетни и все самое интересное слово от Эскэм. Ой, очень крутой лагерь, мне вообще все понравилось. Вот, побольше бы таких лагерей, и я приеду вообще. Это твой первый лагерь? А? Это твой первый, да? Нет, конечно. Я имею в виду у нас здесь. У вас, да. Ну и как ты думаешь, как, каково здесь? Так я же говорю, очень круто. Мне очень нравится. А твой любимый класс? Класс мой любимый. Это последний класс Зака и... Зака. Так ты все-таки гей. Нет, конечно. И последний класс Бэма. Два самых крутых класса. А чем ты занимался по вечерам? Я? Тут ходят такие служки ходят. Не спал точно. Скажи-ка в прямом эфире. Прямой эфир? А, нет прямого эфира. Есть, это прямой эфир. И вот, тайна раскрыта. Я веду расследование вместе с Тиграном. Именно о нем трепали весь лагерь. Что на стороне? Какой ты? Я так разочаровалась в тебе. Думала, Тигран хороший человек. А тут... Это вот, слухи все. По сторонам ходит. По корпусам. Если бы у меня была девушка, я бы по сторонам... Поэтому по корпусам ходил, надо, да? Да, но у меня нет девушки, я не хожу. А, то есть поэтому можно ходить, да? Ну ладно, если вы свободны и приезжаете в наш лагерь, вы можете ходить по корпусам, так же, как делает Тигран. Да, обязательно. Приезжайте, затусим, затанцуемся, ну и там дальше все как пойдет. Окей. Все, врываемся в тусу! У нас тут татуировка! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Маша. Маша. Мария. Скажите, как вам лагерь? Очень круто. Я первый раз на таком событии. Это очень круто. Мне очень понравилось все хореографы. И вообще у меня взрыв башки какой-то. А кто больше всех понравился? Бэм. Бэм. Ну, это естественно. Конечно, это же Бэм. Скажи Бэму привет, передай. Привет, Бэм. Эй, Бэм, привет. Спасибо, Маш. Танцуй. Девушки, здравствуйте. Скажите, как вам лагерь? Как отдыхается? Заменяешь Алину? Ну, немножко, да. Отлично отдыхается. Ой, прям музычка, прям дух потихла, да, прям нормально, прям для вас. Говорите, как вам лагерь? Отлично лагерь. А особенно последний мастер-класс, Бэм просто самый лучший вообще в OneLab. А уезжать вообще не хочется. Согласен. А вам? Ну, классов слишком много было, но мне понравилось. Так ты же не ходил наполовину. Их было слишком много. Их было слишком много. Что за класс такие? Прям много их. Саша, Саша! Как тебе лагерь? Мне очень нравится, здесь очень классно. А кто больше всех понравился? Мне, я вообще очень люблю Котала и Чанга, как бы это мои два любимых танцора, поэтому... Чанг, One Love, Чанг. Тебе привет от Саши. Сфоткай, покажи, как Саша выглядит. Вот, вот Саша. Саша тебя любит. Спасибо, отдыхайте. Все, закончим на этом. Sexy. Hot. I love your style, girl. Put it on me.